Сталин был либералом. Как же так, Сталин? Да, он либерал, потому что вот считал, что за счет там репрессий, расстрелов, воспитания нового поколения можно сформировать такое сообщество людей, которое, согласно Гегелю, будет жить хорошо. И это не коммунистическая идея, это либеральная идея. Ну, коммунистическая — это есть либеральная. И национал-социализм Гитлера — это тоже либерализм, крайне правый либерализм. Действительно, а чем отличается английский либерализм 18 века, когда негров там... Да ничем. Чем это отличается от немецкого национализма? Или, допустим, репрессий политических Советского Союза 20-30-х годов, когда считается, что вот там, условно говоря, 20% населения несут в себе буржуазную идеологию, и они мешают как бы тому, чтобы оставшиеся 80% смогли построить социалистическое хорошее такое качество. Значит, эти 20% либо надо подчинить, либо надо уничтожить, либо отправить их на то, что они там лес валили и помогали экономику строить.